Барыгин Амурский слушает. Где? Милости просим! Очень рады! Пардон, товарищ! Мне просто не укладывается в голове. Да, я слушаю. Спасите! Спасите! У меня для вас сюрприз. Так вот, сегодня мы можем не болтаться по киношкам, а встретиться, наконец, в нормальной, интимной обстановке. Приходите прямо ко мне и... Я занят. Позвоните попозже. Так вот, сегодня мы можем не болтаться по киношкам, а встретиться, наконец, в нормальной, интимной обстановке. Приходите прямо ко мне и... У меня для вас... А что отвечать? Молчишь? Опять молчишь? Какой ты робкий, нерешительный. Какой? Робкий, нерешительный. Ну, разве я не права, Гриша? Ну, Лен... Лен, ну, пойми, вот... Вот когда я тебе помню жизнь, сразу... Все? Все. Яркая речь. Да. Почему прекратили передачу Шекспира? По техническим причинам. Да. Тося, пошли по объектам. Вот что, Тося. О, мне надо позвонить мамочке. Ну, сейчас. Да. Добрый вечер, Борис Ильич. Я заказал Феде дичь. Очень прошу вас. Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф. Надо действовать. Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо. Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Там. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семеновича Шпака. Будьте любезны. Антон Семенович, вас. Кто спрашивает? Какая-то женщина. У меня для вас сюрприз. Я занят, позвоните попозже. Боже мой, что делается? Надоело? Ну что ж, я не навязываюсь. Мы можем и не встречать. У меня для вас сюрприз. Так вот, сегодня мы можем не болтаться по киношкам, а встретиться, наконец, в нормальной, интимной обстановке. Приходите прямо ко мне и... Я занят, позвоните попозже.
Боже мой, что делается? Надоело? Ну что ж, я не навязываюсь. Мы можем и не встречаться. У меня для вас сюрприз. Да, я слушаю его. А ну, а берегись! Да, я слушаю его. Представляете, мой вдруг вернулся за портфелем. Мне просто не укладывается в голове. А ну-ка! А, берегись! Мне просто не укладывается в голове.